Экс-премьера Малайзии арестовали за коррупцию. Бывший чиновник 10 лет назад учредил государственный фонд, из которого позже исчезли миллиарды долларов. Бывшего премьер-министра Малайзии Наджиба Разака арестовали по делу о пропаже денег из государственного фонда. Об этом во вторник, 3 июля, сообщает Reuters со ссылкой на свои источники. Во вторник в Малайзии арестовали бывшего премьер-министра страны Наджиба Разака по делу о пропаже миллиардов долларов из государственного фонда, который он учредил почти 10 лет тому назад, говорится в сообщении. Отмечается, что Разака арестовали в собственном доме. Ожидается, что экс-премьеру в среду предъявят обвинение в суде. Ранее в Малайзии коррупционер получил 197 лет тюрьмы и 79 ударов палками. Как сообщалось, в Анголе сына экс-президента обвинили в мошенничестве на 500 миллионов долларов. Новости от корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал и ищите https://tmicrespondent.net по материалам сайта newsgra.com.